Чувашская литература пополнилась новым изданием. Поэтесса Лидия Филиппова выпустила в свет новый сборник стихотворений на русском и чувашском языках под названием «Пульсация». Издание нового сборника стихотворений совпало еще с одной датой. Ровно 25 лет назад Лидия всерьез увлеклась поэзией. Стихотворение – это не просто любовная лирика, не просто лирика, это у меня гражданская лирика, потому что я работаю все-таки в парламентском издании, газете «Республика», поэтому что происходит у нас в обществе, в политике что происходит, выполняются ли законы и вообще тематика дружбы, любви, все это есть, все это и есть. Как отмечает автор, «Пульсация» – это некоторый итог. Здесь собраны стихотворения на русском и чувашском языках, написанные за последние 2 года. В ближайшее время сборник появится в сельских библиотеках. Кстати, на многие стихи Лидии Филипповой написаны песни. В моем репертуаре очень много песни, которые слова написала именно Лидия Ивановна. Я очень горжусь. Почему? Потому что, на самом деле, с таким человеком я встретилась, познакомилась. Анастасия Лангина, Олег Якимов, «Республика».